Стой, стой! Вот он, вот он! Вот он, нож выкинули, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ой, блядь, папа! Папа! Успокойся! Папа! Все нормально, нормально. Папа! Все нормально, успокойся. Не переживай, все хорошо. Мама, успокойся, все хорошо. Успокойся, Зай, все хорошо. Успокойся, Зай, все хорошо. Успокойся, Зай. Все хорошо, Зай. Здесь нет. Ладно, поехали мы так. Да, все хорошо, успокойся. Они вон бегут все, папа. Пускай бегут. Поехали быстрее отсюда, пожалуйста. Винтов вызывай. Видела винтов. Быстрее, ты сам все вон на нас дошли, давайте окно закройте. Никакой национальной розни никто не разводит. Ни я, ни мои близкие, никто. Мы никогда не говорим, что это казахи, не казахи, что напали на русских. Да, были выкрики, да, но это люди делают на эмоциях, выкрикивают. Я не против этого, хорошо. Но не нужно людей. Мы не звери, чтобы люди друг друга забивали толпой. Я веду к этому, что никогда нельзя забивать толпой. Я лез, ну, был конфликт, да, мы разговаривали с ним. Он полез с ножом, за что получил? Ну, почему ввязалась толпа, я вот это был очень этому удивлен. Я очень испугался, даже не за себя, больше за жену. Так что национальной розни не нужно. Я просто хочу наказать людей, которые присутствовали именно там и в этот момент.